Ситуация на Чернобыльской АЭС во время нахождения ее под контролем российских войск была очень опасной. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время визита на электростанцию в 36-ю годовщину Чернобыльской аварии. Миссия экспертов МАГАТЭ прибыла в Украину для доставки технического оборудования и проведения радиологических измерений местности. «Я не знаю, были ли мы очень близки к катастрофе, но ситуация была абсолютно ненормальной и очень-очень опасной. Ряд событий ставили под угрозу нормальную работу любого ядерного объекта. Этого удалось избежать. Но, конечно, ситуация нестабильна. Поэтому мы должны быть начеку». Российские войска вошли в Чернобыльскую зону отчуждения в конце февраля на пути к Киеву и были выведены в конце марта, когда Россия переключила свое внимание на восток Украины. Сейчас объект снова находится под контролем Киева, а нарушенные коммуникации восстановлены. 26 апреля 1986 года разрушение реактора 4-го энергоблока Чернобыльской атомной электростанции стало крупнейшей в истории атомной энергетики аварией и привело к тяжелейшим последствиям. В первую очередь нанесение необратимого вреда здоровью работников, ликвидаторов и местного населения.